Всем привет! Сегодня мы будем играть в игру Scary Doll. Вот такая вот менюшка. Давайте играть будем. Тут режимы есть. Исследование легкое, нормальное и экстремальное. Высокое качество поставлю и показывать предметы, с которыми можно взаимодействовать. А тут, кстати, куклы с игры в кальмара. Вот это пасхалка. Прикольно. Вы можете исследовать дом. Клэр не видит вас и не может поймать вас. Это вот эта кукла. Ну, играть. В принципе, идет загрузка. Наконец-то начались каникулы. Я с нетерпением жду встречи со своей семьей. Сегодня рассмотрим игру. Новую интересную. Scary Dolls House. Добро пожаловать домой. Ломает стекло. Это забавно. Там лед был. Что здесь произошло? А, вот. Эта кукла идет домой. Замок замерз. Интересно, ночь первая. Так, ну, давайте начнем играть. Друзья, давайте проявим максимальную активность под этим роликом. Поставьте все лайки и подпишитесь на канал. А это кто? Кукла. Особенная кукла. И я собрал одну из 20. А камень мне зачем? Не знаю. Камень шумит. Закрыто на ключ. Еще одна кукла. Она нас не видит. А как мне в дом попасть? Качели. Нажмите и удерживайте кнопку с изображением качели, чтобы увеличивать скорость. Так, ну интересно, давайте попробуем. И раскачиваться сейчас будем, да? Давай еще сильней. А, я, наверное, запрыгну на дом. Все ясно. А, ну все ясно теперь. Давайте. Сейчас. Прыгать сейчас будем. Во. О, не разбились. Нормально. А вот и попадаем в дом. А тут спрятаться можно. Мы в тыкве прятались. Вот и кукла ходит. Кстати, очень быстрая. Вот тут сколько всего надо открывать. О, кукла. Уже 3. Интересно. А тут что? Ключ. От дома? Или от двери? Патрон какой-то. Зачем? Ну, патрон для дробовика может пригодиться. Ну, где мне дробовик найти? Дневник. Дорогой дневник, мой папа вернулся сегодня из командировки спустя нескольких недель отсутствия и принес мне куклу. Она такая милая. Что за проход? А это сейф? А тут надо, наверное, пароль вводить. Вот так спустимся, чтобы не разбиться. А, это был ключ от дома, скорее всего. Вот кукла. Уже 5. А вот 6. Пусто. А тут что? Миска, что ли? Напоминает миску мне. Интересно. А миска зачем? Не знаю пока. Корм для кроликов. А кролика я где найду?
Ну, давайте посмотрим. Тут что? Зажигалка. Кончилось топливо. А топливо надо еще найти. Еще одни. Один дневник, Клэр. Прошлой ночью произошло нечто странное, как мне сказала Роза. Она сказала, что ее разбудил страшный шум. Она встала с кровати, чтобы посмотреть, что это было, и на цыпочках подошла к двери папиной спальни. И она сказала, что видела, как папа достал что-то из сейфа, чтобы показать это Эмили. Интересно. Дальше не читал. Два патрона еще. А вот и топливо. Смотрите. Как прикольно. Интересно. А куда мне можно применить зажигалку? А вот кролик Клэр. А, он идет. Кролик немного болен. Не похоже, что у него хорошая жизнь. Колодец. И что там? Вы можете носить в руке только один предмет. Ой. А что, я кролика туда вниз выкинул, в колодец? А туда никак не попасть. Может, как-то достать могу? Нет. Ну ладно. Что это за ключ? Кстати, шумит. А это на гараж похоже. Или это сарай? Открыли дверь. Патрон, да сколько их тут? Где сам дробовик? Не знаю. О, не успел открыть, уже лопату взял. О, там что-то наверху есть. А это что блестит? Виллы. Ну, давайте почистим тут солому и посмотрим, может, что-то найдем нужное. А кукла это бегает здесь. Очень интересная игра, скажу, мне понравилось. Ключ. От чего? Пока не знаю. Два ключа уже нашел. Идем дальше. Ничего. А тут? Ну, один ключ, значит. Был. О, с лопатой вниз спустились. О, я даже не копал, уже взял. Или она сверху была, эта книга. Либо это баг просто какой-то. Ну, тут, скорее всего, только это и было. Ну, тут посмотрим. Нет, ничего нету. Значит, только книга. Интересная. Которая помогала мне сосредоточиться. И на чем же? А, прошли вот так. Не знаю, что за книга. Для рецепта, что ли? О, кукла, вот и к ней вышли. Принеси мне нужную награду. Ну ладно, давайте сейчас в дом пойдем. А тут
закрыто. Поищем этих кукол. Скорее всего, остальные где-то в доме запрятаны. Дом большой все-таки. Тыквы расставлены. Кукла. Уже 9. 10. Уже половину собрали, в принципе. За первый раз. Даже больше половины. Одни патроны, а дробовик не знаю где. Ну, в принципе, друзья, мы будем разбираться дальше в этой игре. Очень интересно. Если хотите поиграть в эту игру, я оставлю ссылку в описании на скачивание этой игры. Не забудьте под видео поставить лайк и подписаться на канал. Вот и ванная. И еще один дневник. Папа завтра уезжает в очередную... Не дочитал. Ну ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал. Всем удачи, всем пока.